не вечно под луной, особенно российские дороги. Здравствуйте, дорогие друзья, программа «Эх, дороги» на телеканале «Ветта». Сегодняшний рассказ начинаем с перекрестка улиц Петропавловская и Крисанова. Привела нас сюда одна замечательная яма. Вот так, буквально рискуя собственной жизнью, хотел продемонстрировать вам вот этот замечательный объект. Только приехали для того, чтобы людей предупредить. И смотрите, первые жертвы уже. Вот только что автомобиль Volkswagen залетел в эту яму и разбил себе колесо. Ну вот, собственно, нашли мы ту машину, которая попала в эту злополучную яму. Владелец этого Volkswagen, Иван, буквально несколько метров отъехал для того, чтобы проезжую часть не перегораживать. Хотя по уму-то надо было ГИБДД вызывать. Вот посмотрите, последствия этой ямы как ножом вспорола. Мне кажется, за это вот 100% должен понести кто-то ответственность, а вот этому парню, который спешил на работу, кто-то должен компенсировать эти потери обязательно. Я вот недаром с этой палкой хожу, это своеобразный сантиметр для меня. Ну вот на таком расстоянии зафиксирована глубина этой ямы, больше 20 сантиметров однозначно, это значит не соответствует абсолютно никаким нормам. В принципе, яму эту видно. Другое дело, что когда машины встают на светофоре, она оказывается закрытой другими участниками дорожного движения, и поэтому влететь в нее все равно не составляет большого труда. Не знаю, когда ее заделают, очень надеюсь, что в кратчайшие сроки. Эта яма здесь, кстати, уже не первую неделю. Вот. Но, собственно, пока нужно быть просто внимательными. Улица Крисанова, не доезжая нескольких метров до перекрестка с Петропавловской, серьезный провал в колее. Ну и небезопасно это. Самое безобразное, что подобные ямы появляются, вымываются, выбиваются каждую оттепель. А не забывайте, что сейчас январь, самая тяжелая дорожная ситуация – это межсезонье, то есть ждать приходится недолго. В марте месяце этих ям будет в сотни раз больше, не в десятки, в сотни. Это ужасно. И будем надеяться, что общими усилиями мы сможем хотя бы оперативно сообщать о них власть имущим. Сделать это можно, ну, в том числе и отправив сообщение к нам в передачу «Эх, дороги». Есть у нас форма для обратной связи на сайте телеканала «Ветта» www.vetta.tv. Есть мы в социальной сети ВКонтакте. Не забывайте, что собираем мы страшные истории не только про ямы, но и про выбитые канализационные люки, про старые и очень большие сугробы, а также про невероятно разбитые перекрестки. На сегодня у меня все. Берегите себя и будьте осторожны.